Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем награды, и я так понимаю, меня скинули до Лиги Мастеров. Две звездочки, верно? Нет, нет, ребятушки. Меня скинули до Лиги Мастеров одна звезда. Пипец. Ладно, ну что, я буду ребятам мстить за вот такой вот прикол с их стороны. С трех звезд меня скинули на одну. Зашибись. Так, хорош. Попробуем. Давай, маузеры, не подведите меня. Но этого хлыща попробуем так. Блин. Слушай, он 74 уровня. Он сейчас, если он сейчас холодильник, не дай боже, бросит свой. Нет. Если он бы, ребята, бросил бы холодильник, вот эти вот парни, скорее всего, пострадали бы. Потому что, ну, все-таки 74 уровень, сам понимаешь. Так, 10 ступенек всего лишь мы с тобой пролетаем. Мало. Так, берем Армагона. Берем Армагона. Раз, два, три. Слушай, вот сейчас вот офигенно я иду на риск, ребята. Армагон у них, хотя и не 70 уровень, но все-таки 68-й. Если, например, маузеры выживут, если они применят свою суператаку, то тут будет... Ничего не будет. А так могли бы, ребята, уложить бы. 100%. Если бы он бы включил бы свою мощную атаку, была бы катастрофа. Ну что, переходим обратно в Лигу Мастеров. Две звезды. А мне нужно добежать до трех звезд, как ты понимаешь. Давай сделаем так, так... Наверное, возьму еще Зека сюда. Слушай, рискованно, конечно, но я попробую, ребят. Тут офигенный риск в плане того, что у нас хоть и двое сильных бойца, но один с провокацией. Так, Зек, сколько отнимешь здоровья? Ага. Так, тогда давай попробуем осколками бомбануть. Я думаю, это нормально будет. Шикарно даже. Слушай, я почему-то думал, что он их добить не сможет. Но, видишь, все получилось. Я просто думал, блин, Рафаэль с провокацией, ну, как бы здесь против массовиков не особо хорошо бы он пошел. Так, ну что, берем Бакстера, возьму Донателло. Бакстер, Донателло и плюс Рафаэля. Как бы будем совмещать? Три более-менее сильных, потому что команда у противника, сам понимаешь, уже не слабая. И одним мощным игроком... Бойцом я уже вряд ли здесь справлюсь. Хотя, если взять, брать, например, на откат того же самого Маузера, да, и вместе с ним кого-нибудь, ну, например, там, Усаги, Шредера, Крэнга, ну, не имеет значения. То есть, чтобы был Маузер и, главное, с ним кто-то еще один из сильных с массовой атакой. Тогда, ребят, конечно, мы тут бы их разбомбили бы. А тут вообще уже за предел. 79... Ёк-макарёк, 79, это максимальный уровень, друзья мои, 79-й. И вот от них, если им дать, как говорится, слабину, если их не добить, то от них уж точно мои 56-е упадут. Так что давай. Первым ходит Крэнк, соответственно, со своим суперлучом. Так, и... Да ладно, что ты, ты думаешь, он тебе понадобится, иммунитет, парень? Нет, конечно, кожеголовый у вас всех сейчас растеребунькает. Делает он себе иммунку там. Иммунка — это хорошо, когда, например, Донателло маг бьет, он не сможет повесить на них постепенный урон. Также Усаги не смог бы повесить кровотечение. Вот для чего нужна им иммунка. Так, Лео, возьмем с тобой Алапекс. И, наверное, я возьму сюда... Интересно, интересно, сейчас посмотреть будет. У них майки есть? Я не посмотрел. У них Микеланджело нет. А, есть, есть, ребята, блин, майки. Блин, он, значит, успеет все-таки сделать. Усилить команду. Но мы можем сделать, чтобы он не успел. Лео, давай, жги. Жги, родной. Все, превосходно. Ну, это уже другой, друзья мои, разговор. Совсем другой разговор. И, кстати, Лига Мастеров уже, ну, через 5 поединков так точно она будет.
А может быть даже и раньше, если мы с тобой сейчас вот 17-24, это по максималке мы идем. Макмен. Так, ну давай, наверное, возьму сюда еще Супер Шреддера. Нам, наверное, придется все-таки, ребята, брать откаты, тратить. И придется их тратить, скорее всего, на маузеров. Ну-ка, давай Супер Шреддер. Заодно посмотрим, ребят, сколько он отнимает у них хп. Вообще шоколадно. Вообще. Плюс еще постепенный урон, который, как ты видел, сразу выбил здесь бойца. Как говорится, из отряда именно своим постепенным уроном, кровотечением. Ну и их стало меньше в разы. 35-я позиция. Так, 17-24. Берем с тобой этот отряд. Раз, два. Наверное, так вот. Эти два медленных, друзья мои. Ванька и Слэш, они медленные. Первым будет, значит, ходить у нас, скорее всего, Кунаичи. А, фига себе медленный. А почему? Я думал, что Слэш у нас медленнее будет, чем Кунаичи. Я тебе серьезно говорю, я даже не ожидал. А он, оказывается, быстрее, чем она ходит. По инициативе. То есть, получается, Слэш, потом Кунаичи, после нее уже ходил Ванька. Зашибись. Не думал. Что-то я как-то почему-то думал, что Слэш у нас медленный, если честно. Ребят. Ой, не-не-не-не-не. С этим Майки я не хочу связываться. С этим еще можно побороться. Так, так, так. Слушай, у нас Усаги-то. Ладно, Усаги, а крысиный король-то справится с поставленной задачей, как ты думаешь? Усаги-то сейчас бомбанет, это однозначно. Но мне-то надо будет потом сразу же ходить кем-то добивать их. И у меня посели только крысиный король. Рокзар. Блин, этот же может снять. Давай сделаем так, наверное. Ать! Ну-ка, крысы. Блин, главное. Хотя, да, ребят, я что-то заволновался. На нем же висел постепенный урон. Даже если бы сейчас бы Микеланджело бы мой его не добил бы, мы бы в любом бы случае его уронили бы от постепенного урона. Так, ну что у нас? Грубо говоря, шапочный разбор пошел, ребята. Беру маузеров плюс Армагона. Офигеть, еще сколько неотыгранных бойцов. Тут можно такими темпами, мне кажется, не только в Лигу Мастеров 3 звезды зайти, а можно и вообще хапнуть здесь топчик. Не, на топчик не хватит. Но постараться можно было бы. Давай ракетами добьем тогда их. Превосходно. Так, ну что, тогда у нас, друзья мои, ну, да. Лига Мастеров 3 звезды, 99-я позиция, и мы продолжаем. Давай Армагошу возьмем, маузеров. Раз, два, три, вот так вот. Будем таким вот образом. Три слабеньких, два мощных. Ну, маузеров, кстати, можно будет откатить. И плюс, там, по-моему, остался Джастин, если не ошибаюсь. Но он медлительный, черт бы его побрал. Но на добивку, мне кажется, он бы... Вот это я сейчас тупанул. Вот это я сейчас тупанул, друзья мои. Вместо того, чтобы сделать массовую атаку, я сделал обычную. Я имею в виду про Армагона. Блин, если бы сейчас Рафаэль бы упал бы, конечно, я бы очень сильно злился. Он его с одного выстрела половину хп отнял. Такс, вот если я, например, беру маузеров. Блин, ну Джастин, ну ладно, фиг с ним. Попробуем. Ну, в любом случае, я знаю, что они здесь не упадут. То есть 70-е и 80-е уровни здесь от одной плюхи не упадут. Если они сделают компо-атаку, ну, серию атак, тогда, да, тогда, скорее всего, распластаются. Ёпрасоте. Так, да, возьми я. В кого? В кого ты бросать собрался? Так, в Джастина. Тогда наказываем здесь Донателло. И... Да-да, вот так вот. А, у него же броня стоит. Стояла. Надо вот за этими моментами, ребята, обязательно смотреть, потому что... Иначе можно отхватить.
Если мы с тобой займем полтинник, 50 место, это уже будет хорошо, ребят. Это уже будет хорошо, это говорит о том, что нас уже не скинут. Хотя у меня в прошлый раз, ну, я играл за кадром, естественно, ребят. В прошлый раз у меня тоже был полтинник. И, как ты видишь, сегодня меня скинули до Лиги Мастеров одной звезды. Что-то офигенно как-то. Но я там и забирался, в принципе, легко. Так, подожди, а я кого взял-то в команду? А, Армагон. Фу ты, я думал, что я забыл, блин, взять Армагошу. Ну, не только Армагошу, кого-то из сильных на добивку. Но взял. Такс, ну что, 60-я будет? Да, 60-я позиция. Так, давай дальше двигаться. Да чем все Армагона, Армагона? Давай возьмем, например, так и вот так вот. Раз, два, три. Ну, Кожеголову, по-моему, сразу же будет ходить после маузеров. Он, по идее, так должен действовать. Давай-ка проверим. Давай-ка проверим родных. Ага, ага. Бумс. Вот так, ребятушки. Видите ли, Микеланджело же уже у нас скоростник. Поэтому он и рванул в бой. Быстрее, чем мой, блин, Кожеголовый. Так, Армагон плюс... плюс Супер Шреддер. Раз, два, три. У нас сколько там откатов-то, я не посмотрел. 50 где-то еще, да, осталось? А ну-ка. Почти, ребят, почти на всех висел постепенно. Почти. Да иди ты в пень. Ух ты, муха, ты ой-ой-ой-ой, ребята, вот это вот косяк мой. Косяк мой. Черт бы тебя побрала, Рэй. Вот это ты дурканул, блин. Я никак не мог подумать. Я вообще никак ничего не мог подумать, если честно, блин. Что эта вшивая муха вот так вот сделает. Что мы, я думал, что мы ее сможем добить. И этот что мы ее сможем добить. И она, а она, видишь, она взяла, отхиляла. И у того постепенный урон. Он должен был его добить, а так как у него здоровье стало больше, естественно, мы его не добили. Пипец. Вот так вот. Вот еще раз, ребят, повторяю. Всегда бдите за своей командой. И вообще все, как происходит. Вот опять же, почему они вот взяли моду вот в самой последней команды по силе брать муху? Естественно, ребят, для того, чтобы отхиляться. Но с маузерами такая фишка, ребят, не прокатывает. С маузерами такая фишка не прокатывает, потому что он этих мух и вообще вот этих мух, Кирби, кто у нас там еще идет, Эйприл, он их всех ушатывает. То есть вспомогаловку он всю крошит. Хоть они там 79 уровня, хоть еще какого-нибудь, ему без разницы. Их он потрошит по-черному. Поэтому Маузер у меня сейчас чаще всего в команде только лишь из-за того, что, ребята, он дает 100% гарантию того, что выживет минимум противников после его суператаки. Что не могу сказать про остальных. Ну, ты видел, Армагон может бомбануть, да, но он может всех не добить. Супер Шреддер то же самое. Он может ударить, но всех не добить. Вот. Как и сейчас вот Маузер здесь, кстати, тоже лопухнулись. Он не всех добил. Двоих оставил. Но, слава богу, у нас был мощный персонаж, который, естественно, их добил. Ну что, я думаю, мы, наверное, в топчик сегодня зайдем. Нормально. А день недели сегодня какой? А ну-ка посмотрим. А день недели, друзья мои, сегодня только лишь четверг. Как тебе такой расклад? Как я неплохо обустанулся, да, ребят? Я прям сам доволен. Но потому что уже хватит, как говорится, сопли-то жевать. Надо зарабатывать осколки. И так, наверное, там где-то с полгода расслабона было, да? Иногда с запозданием, иногда на последних днях я там выкрутасы делал. Ну, а сейчас будет немножко полегче. Сейчас я в отпуск пойду, ребят. Мне как-то будет поспокойнее. Буду и высыпаться, и поигрывать потихонечку.
Главное не расслабиться, потому что отпуск сам такое дело, знаешь, можно просто 2 месяца перед телевизором проваляться. Ну что, ребятушки, вот и топчик мы с вами получили. Так, давай мы откроем с тобой бесплатно пак. Замечательно. Так, заберем здесь награду. Пройти серию испытаний. Серию испытаний я, наверное, вот это вот быстренько прибегусь. Раз, два, три, четыре, пять. Да-да, черепашья сила. Сейчас я тебе сейчас покажу, какая у нас тут черепашья, блин, сила. Не понял. Это что такое сейчас? Это что сейчас был? За выпендрёж? Майки совсем, я смотрю, припух. А ну-ка давай, Рафик. Так. Ой-ой-ой. Да вы, ты посмотри, что вытворяет-то. Они что, мне решили Армагона, что ли, ушатать? А ну-ка. У нас хила нету, главное, в этой команде, прикинь. Я не могу даже Армагона захилять. Здоровски. Вот это бы я сейчас бы в шоке был бы, если бы мы сейчас с тобой на событии этом еще бы и слились. Ну, это, ребят, называется просто расслабился, охренительно расслабился. Так, у нас 47 тысяч мутагена, поэтому крысиный король получает левел ап. 94-й он уже стал. А наш... Куда я его, Донни-то? Донателло, ты куда у меня там делся-то? Вот он. А Донателло мы, как всегда, ребят, прокачиваем. Ему, кстати, да, нужно тоже уровень-то поднимать. 10. Да ядрен, матрен. 10 ящиков с инструментами. Давай искать. Так, один нашли. Тут же второй. Ну и с ящиками проблем, в принципе, не должно быть. Третий. Так, четвертый. Ну, блин, ну. Четвертый, пятый. Шестой. Седьмой. Вот с мутагеном проблема будет. Нам не хватит, наверное, прокачать. Да вы что? Ящики где? Так, восьмой. По-моему, восьмой, да? Девятый и последний. Десятый. Так, вроде бы. Нет, хватает. Все, ребят, до пятой ступени прокачал ему эту кувалду. Время молота. Так, подожди секундочку. Дальше, может быть, 9 катушек найти. Так, одна есть. Вторая. Третья. Четвертая. Пицца кончилась, ребята. И откатов у нас осталось всего 29 штук. Это очень мало. Точнее, не откатов, а телепортов. Телепортов 31 штука. И откатов 41 штука. Так, ну что у нас, когда там будет событие-то? Ну, завтра будет, ребят. Завтра пойдем с тобой на платину, на союзников. Будем там бомбить. Так-с. Все, да? Все, ребятушки, мы в Лиге Мастеров 3 звезды. То есть нам, в принципе, можно расслабиться немножечко. Но главное не до конца, иначе опять скинут, и ты даже этого не увидишь. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.